Как выстроить коммуникацию с клиентами, продвинуть свой продукт в интернете и достичь максимума от рекламы? Интересными, а главное, полезными фактами с ульяновцами поделился главный эксперт компании Яндекс по обучению Алексей Иванов. Несмотря на непростые погодные условия, послушать опытного маркетолога приехали многие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий. В текущее время без интернета привлечь клиентов очень тяжело. Сегодня Алексей будет рассказывать о тех фишках и моментах, как это сделать правильно, как правильно использовать контекстную рекламу, как и самое главное, как правильно тратить свои деньги. Так как неправильно выстроенная маркетинговая стратегия приводит к тому, что мы тратим деньги впустую и клиентов не приводим. А клиенты как для банка, так и для любого бизнеса – это в первую очередь. Алексей Иванов с интернет-маркетингом на «ты». За 19 лет работы он успел основать собственную компанию, поучаствовать в создании более 1500 интернет-проектов и стать постоянным докладчиком ключевых отраслевых конференций. Поэтому вопроса, что же нового рассказать зрителям, у спикера не возникло. Моя задача – им рассказать, как им правильно привлекать клиентов через интернет, какую рекламу выбрать, как ее настроить, что нужно при этом учесть, не просто какие кнопки нажать в интерфейсе рекламных систем, а как коммуникацию с клиентами правильно выстроить. И какой должен быть сайт для того, чтобы люди, пришедшие на сайт, обратились, позвонили. Свой мастер-класс спикер построил на неудачных примерах и практиках, которые можно встретить на просторах интернета. А после теории гостей ждала большая практическая часть, где на примере конкретного бизнеса каждый смог разработать свою стратегию привлечения клиентов. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».